Благодаря некоммерческому партнерству «Народная дружина» совместно с администрацией Ленинского района в городе Видное уже не первый год проходят ежемесячные футбольные турниры среди любительских команд. В прошедших соревнованиях участие приняло около 20 дворовых команд. Возраст игроков совершенно разный – от 14 лет и без ограничений. Мы предоставляем возможность любому человеку прийти сюда, собрать свой коллектив и выступить в меру своих, соответственно, возможностей. Турнир проходит уже больше года. И некоторые коллективы на наших глазах они растут. То есть это из случайной какой-то вот там кучки, которая за день собралась, они вырастают в нормальные коллективы. По регламенту мероприятия, в случае, если команд участниц более 20, первый тур играется на вылет. Оставшиеся команды продолжают соревноваться в группах, из которых выходят два лидирующих состава, и уже они разыгрывают кубок победителя. Как в любых соревнованиях, участники всегда настроены на победу. Но в этот день лишь некоторым улыбнулась удача. Игроки футбольного клуба «Русич» приехали на видновский турнир из Москвы. У них уже есть множество медалей и грамот за первые места. Но в субботу ребятам удалось взять только бронзу. Приедем, да, отыграться и еще раз победить. Но какие бы ни были результаты, для игроков этого турнира важнее получить от участия положительные эмоции, пообщаться с единомышленниками и просто поиграть в футбол. Интересно, конечно, поучаствовать, показать себя, посмотреть на другие команды. Ну и вообще драйв просто, атмосфера вот эта праздничная, музыка. Здорово, просто клево. Сейчас любительские команды ожидают небольшой перерыв, а в сентябре они вернутся на поле стадиона «Металлург», чтобы отыграться. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.